Всем здорово и добро пожаловать на канал Арк Юрского периода. Приятного просмотра. Сегодня мы продолжаем лутать Айленд и, возможно, даже построим базу. Но посмотрим. Встретил тут, короче, грифона. Но это не просто грифон, это лагающий грифон. Как только я к нему подлетаю, он начинает лагами перемещаться. Опа, челик. Опа, челик сюда. Уровень первый. Такое. И еще один. Ага, да. Хорошо. Хорошо. Фиоми это то, что я хотел. И куда он делся? Челик пропал. Он, блядь, походу где-то под водой, короче, и хрен с ним. Меня развели. Короче, этот грифон меня все преследует. За мной летит. Со своими лагами. Ну блин, вот хотел же взять, ну и почему? А потому что он лагает. Вот как он так перемещается? Другие никто не лагает. Это ж, типа, может быть это у меня, но... Ну блин, ну не, кроме его никто так не перемещается. Стопудов китаец, у которого пинг 500 играет. Ну, нафиг оно ему надо? Короче, хрен с ним. Вроде остается на одном месте. Ни хрена, за мной летает. Вот говнюк. Ну вот почти схватил же. Да с такими лагами хрен его схватишь, конечно. Еще и материться. Так, тут еще и Виверна. Ага, и Виверна тоже лагает. Я понял. Еще и грозовая Виверна. Понятно, человек друга позвал. И что теперь делать? Ну тоже ж лагает, уверенно. Тоже рывками перемещается. Черт, это тупо битва против китайцев. Надо в название поставить. Да, блин. Такое себе удовольствие с китайцами лагающими драться. Блин, надо стамину подхилить. Может тут вот стану и нормально? О, вот так вот. Ага. Пиздец. Зашибись. Короче, я вылетел на новом дисмодусе и еще раз встретил. Сука, опять же, лагающая, верно это. Да иди ты в жопу. Вот как его снять с седла, если он так лагает? Первый раз такое встречаю. Таких придурков. Я не знаю, как их просто с игры не выкидывают. Вот в чем прикол. Типа, ладно, они там лагают, но как они с игры не выкидывают их? Может, они так специально делают? Зашибись, он меня схватил. А как он меня в лапах убил? Верно ж так не может. Кажется ж. Понятно, в общем. Угу, зашибись. Дисмодуса тоже убили. Ну-ка, интересно, чекнем хатку мою. Ага, моя хатка. Мою хатку взорвали. Окей. Ничего нету, пусто. Опа, металл оставили. Понятно, короче, чуваки разочаровались. Там ничего и не было особо. Короче, я тут пока бомжую. Вижу тут челик, я им принес дар. Откройте, люди! Я вам принес подарок. С птером, птер 70 уровня. Ну понятно, уровень людей. Может быть в онлайне. Открывайте! У меня к вам подарок. Hello guys, anybody home? Anybody home? Блин, походу никого нету. Блин. Кожа? Кожа? Вы это тоже видели? Чё? Я не убил существо и мне кожу дали? Ага, хорошо. Вижу челика с перегрузом или что там. Что-то там такое делал там. Ясно. Ни хрена у него не было. Что-то пока никто не попадается такой мощный. Наживки никого не видел. То чел с паразавром и все. Так кто тут у нас? Афикашит.
Вроде ничего хорошего не прибавилось. Надо бы из инвентаря все повыкидывать лишнее, а то так и сразу и непонятно, что взял. Блин, 55 человек на серваке и как-то что-то не сильно находится. Но как только я начинаю об этом вспоминать, сразу вон какая-то жертва. Блин, чего нету ни у кого в металл броне? Я ж на десмодусе, мне вообще любого убить не составляет труда. Чё там у челика было? Ящик. Хитин. Балас. Окей, принимается. А то у меня даже металл брони нет вообще. Бегаю в кожанке, блин. Как нищий. Думаю, если хорошенько поискать, то найдется все. Охренеть. Меня сваншотили как-то. Не знаю, с чего. Блин, бесит. Хоть бы игра писала, там, с какого оружия, или как они вообще это сделали. Эх, зашибись. Такое. Есть такая идейка, приучить жабу и посмотреть, свободна ли подводная пещера одна. Я там помню, где она находится. Посмотрим. Так, я погружаюсь на дно. Нашел подводку. Смотрим, сейчас валителя, сейчас турели убьют. Нету, нет, 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 нету. Турели нету. Охренеть! Тут только фундаменты соломенные. Охренеть! Это изи вообще можно разбить. Офигеть. Круто. Может, и лутецкий есть еще какой-то? Челик был полсуток назад в игре. Но я его удивлю. Ну, по лутецкому, ну, вообще, я скажу, что под водой, под воду таскать ресурсы как бы напряжно, когда нет водной жилки мощной, тяжеловесной, то любые ресурсы тут на дне, это отлично. Давно мечтал пожить на дне, круто. Мне это вообще нравится суперски. Сейчас на жабе все поразносим. И сорян за лаги. Я через OBS записывал, и оно что-то лагает, такое себе. Короче, вообще изи получается. В этой подводке, вот она как раз мне нравится, я такую хотел. В этой подводке челик чисто поставился, соломенные фундаменты, типа занял. Круто, перегрузился. Ну, место крутое, офигеть. Давно мечтал пожить в подводной пещере. Тут, конечно, такие чуваки живут жесткие, но хоть они и жесткие. Но если где-то и жить на таком жестком офе, где уже там закоренелые деды живут в мегабазах своих, то... Больше всего шансов, конечно, вот в такой. Может, я с него, с его резов, кстати, и смогу себе еще скрафтить фундаментов и нормально так заспамить. Тут, в принципе, что тут турельки поставить, и уже неплохо. Попробуй еще найди. Я сам еле нашел топовое место, конечно, под водой. Это вообще супер хорошая идея. Все, в жабу типа ничего не влазит. Но у меня есть ящик еще. Сейчас как-то тут разберемся. Так, отлично. Это мне все нравится, только надо принести дерево и металла и начать плавить все и хитин, чтобы по бырику все там застроить. Ну, турели, конечно ж, работы прибавилось, конечно, да. Так. Угу, понял. Летал тут возле базы, нашел какой-то плод. Загнанный в текстуры китайский. Вроде ящики. Ящик этот можно полутать. Но в верстаке уже ничего нет. Просто ящик на пин-коде. Угу. Челики давно в онлайне не были. А ну-ка, давай посмотрим. Все-таки интересно. Да бля, слез десмодуса, выпал нафиг. В ступке ничего нету. Ага, понятно, ящик пустой. И тот тоже пустой. Окей. Я уже тут, в общем, немного расстроился. Ну, в смысле построился. Делаю станок. Буду ставить турели, генератор. Крокодила приручил, чтобы металл чуть легче было таскать. Кстати, блин, возле этой пещеры металла нету рядом. Печально. Ставлю генератор. Только где бы его пихнуть? Непонятно. У меня сейчас нету ресурсов, чтобы поставить его в коробку, там как-то защитить. Поставлю где-то вот здесь. И потому что уже спать пора. Короче, поставил я две турельки, зарядил 50 пулек. И сейчас буду уже выходить с игры. Сейчас только криоподы, наверное, в себя положу и ляжу где-нибудь. Может, не заметят, если что. Где-то здесь вот нормально будет спать.
Только надо сороказуха еще запихать в криопод тоже. На всякий случай. То я сейчас буду выходить и где-то сутки не буду играть. Посмотрим, продержится ли моя база сутки первые, самые тяжелые. А дальше уже будем строить, я думаю, в первую очередь промышленную плавилку. А когда она появится, тогда уже тема. Еще в идеале мейвинга. Мейвинг будет идеально, чтобы сюда плавать и металл, чтобы таскать. Быстрее мейвинга это никто не сможет сделать. На сарказухе не особо так получается. Ну все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.